Я зашел на веб-сайт военно-воздушных сил, и отдел, который с тобой связался, занимается покупкой других разработок. Может, они просто хотят отвалить тебе деньжат за твое изобретение? Я тебя умоляю, где ты видел, чтобы так все было? Ты же смотрел «Инопланетянина», «Аватар» и «Мир юрского периода». Военные просто приходят и все забирают. Ты же в курсе, что все это художественные фильмы?